Клавочка, есть два момента, которые хотел бы тебе сказать. Первый, та сторис, в которой я рассказывал, что хочу быть более откровенен с своей аудиторией и хочу им все рассказать, я имел в виду про свою болезнь. Ни в коем случае не про наши отношения, и про тебя я слова плохого не скажу. И нечего. Перед тем, как поесть, нужно кое-что проверить. Блин, на самом деле, есть столько всего вам рассказать. Я верю, то, что ты в глубине души знаешь, насколько для меня были эти отношения сокровенными, так же, как и для тебя, и насколько мы их берегли и скрывали их. Это было очень тяжело. И то, что я сделал, это точно не ради хайпа. Вспомни, как все начиналось 2 года назад. Я тебя полюбил не из-за какой-то популярности, хоть ее тогда и не было. Вот. Я тебя полюбил такой, какой ты есть на самом деле. Ну, ты это сама все знаешь прекрасно.